Ивановский зоопарк готовится принять нового постояльца. Вечером 13 марта сюда спецтранспортом привезут журавля, спасенного в Казахстане. Это одна из шести птиц, которую Владимир Путин учил летать. Стерх, совершив 500-километровый путь, был обнаружен обессиленным в Казахстане. После длительной процедуры реабилитации журавля решено передать в Ивановский зоопарк. Здесь созданы все условия для его содержания. Кроме того, учреждение является активным участником программы по сохранению редких видов журавлей Евразии. В будущем на базе Ивановского зоопарка планируется создать семью стерхов. Ожидается, что невеста прибудет в Иваново осенью. Вольер для стерха уже готов был в прошлом году. Это новый журавлиный комплекс, который мы сдавали в конце года. Когда приедет стерх, он уже будет поселен в свой домик, в свой вольер. Но единственное, что до следующей недели мы его не будем выпускать на улицу, так как будут проходить ветеринарные манипуляции, и будут сданы определенные анализы, и только, наверное, в понедельник, во вторник посетители смогут его увидеть.